Ну-ка. Маша, Вика, шоу. Нет, Маша, Ника, шоу. Маша, Вика, шоу. Ника. Маша. Ника. Маша. Шоу. А лайки всякие, как там? Все, выключаем. Вот эти штучки. Всем привет. У нас в квартире выключился свет. Мы включили фонарик. И у всех выключился. Ничего не видно. Полная темнота. Да. Ни одного окна не горит. Да, ни одного. Только если даже на птичке не горит. Ай, как светит. Полная темнота, да? Ну, у кого-то есть свечки, они зажили, и у кого-то есть такой фонарик. Мы в средневековье. Да, мы на 200 лет обратно вернулись. Нам очень страшно, мы включили фонарик, потому что мне даже этих картинок не было видно. Да. Если бы у нас никогда не было света, как бы мы жили? Никак. Мы просто вот так сидели. Просто так сидели и все. А как раньше люди жили без света? Моя мама уже поднялась. Как темно. Вообще ничего не видно во дворе, да? Да. Решила мерещиться. Даже на улице нету света. У нас там были светильники, да, мама? Да. Но вы не знаете, как мы... Марусь, все? Ты поделилась своими эмоциями? Нет. Что еще скажешь? Мы еще не сказали, как у нас зовут канал, да? Да. Ну как? Маша, Вика, шоу. Нет, Маша, Ника, шоу. Маша, Вика, шоу. Ника. Маша. Ника. Маша. Шоу. А лайки всякие, как там? Все, выключаем. Вот эти штучки, вот эти штучки. И ставьте нам лайки. Лайки. Чтобы у нас поскорее включился свет. Точно. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. И еще надо нам лайки, чтобы нам включился свет, да, Маш? Мама, почему ты выключил? Нам нужно свет, поэтому ставьте лайки. И ставьте лайки! И подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажимать на колокольчик. Ура! И всем пока! Пока! Мама. Да, приключения, света нет. Идем по лесенке на улицу смотреть. Вот наша собачка. Как темно. Вот это да. Весь дом темный. Сейчас все на улицу будут выходить. Чего дома? Вы держитесь. Вы чего? Маш, ты так светишься в темноте? Так, ну-ка выходим. И что у нас? О, темнота. Вокруг темнота. Ничего себе. Дома даже не видно. Не видно нашего дома. Представляете, реально у нас нет света. Вот мы пришли к папе. Но света нету. Зато романтика, да? А можно, мама, пойдем со мной? Света нет, зато романтика. Есть повод зажечь свечи. Ничего не видно, Маш, одна свеча только. То, что мы идем в другую комнату, никто не понимает этого. Мы в другой комнате, здесь все темно. Видны только свечи, потому что света нигде нет. Зато у нас вот такие есть красивые свечи. Есть повод включить.